15-е, сегодня попробуем хрустали добывать. Так, это район Костоусово, горка хрустальная, так называемая, вся изрытая. Горный хрусталь. Есть уже некоторые образцы отсюда, когда-то здесь работали. Вот в этой яме. В этой яме мы с Сашей работали. Планирую вот здесь вот подальше. Полдня чистить, а дальше работать. Чудесная погода. 15 октября. А вчера еще Саша нашел маслята и рыжики. Вкусная жареха. Тепло. Хотя вчера был покров, уже должно на зиму. Так, вот. Вот что мы здесь делаем. Уже вон сколько вычистили. Это все наносное. Еще с метра надо будет убирать. А потом смотреть, куда идет жила. Красота. Так, делаем второй перекур. Тяжело работать. О! О, навалили. Навалил? Черт. Вот там вот. Жила идет. Сегодня день уйдет на то, чтобы расчищаться. Конечно, глубокая яма. Еще глубже будет. Завтра, наверное, попробовать брать что-нибудь.